Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Вот пришла свой малинник. Хочу вам показать, как цветет хорошо малинка. Уже ягодки завязываются. Смотрите, это малина ремонтантная. Вот такая она. Она цветет самая первая. На улице сегодня ветерок. Рано утром я вышла работать сегодня с малиной. Малина у меня не так уж много, но все-таки есть. Вот и хочу я развести отдельный еще малиновый сад. Здесь вот у меня малина очень тоже крупная, хорошая. Вот посмотрите, у нее поросль образовалась. И вот я вышла посмотреть, сколько убрать поросли, сколько оставить. Потому что поросль будет расти быстро, догонит малину, и малина будет затемненная. Солнце будет плохо поступать, поэтому сегодня работаем с поросли малины. Эта малинка простая, она уже тоже зацветает. Вот. Поэтому я вышла работать. Посмотрите, сколько поросли. Нужно ее все убирать. Лишнюю. Не всю, а лишнюю. Вот, например, около каждого кустика. Вот здесь у меня кустики кучечкой стоят. Я буду оставлять где-то 5. Чтобы на следующий год они уже дали мне тоже урожай. Больше оставлять уж не нужно. 5 штучек. Иначе просто будет все в тени находиться. Вот такой сейчас у меня будет уход за малиной. Сейчас уже малина требует полива. Сейчас мы берем поросль. Я ее пересажу в специальные грядки, сделанные у меня. И после того, как я уберу поросли, почищу, хорошо польем малину. Малина очень любит полив. Чем больше мы поливаем малину, тем будут. Эта малинка еще только зацветает, набирает пучочки, маленькие пучочки. Чем больше мы поливаем малину, тем будут крупнее ягоды. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!